Добрый день. Сегодня тут же у нас обед. Сын делает пакеты. То семейки обалденные. Даже очень. Не знаю, вот это, наверное, рой пролетел или что, но он уже заходит в улик. А там уже разберемся, что и как. Вот побелочка пошла у нас уже здесь. А меду, посмотрите, как хорошо. И вот посмотрите, сколько меда. Нормально, даже супер. Надо ему, ну вот сейчас вот пакеты сделаю, сделаем пакеты и 5 рамок вощины поставим, то на недельку им работы будет, а потом уже будем ставить, развезем вот эту неделю еще 200 осталось на блубери завести, и сегодня вечером на рапс завезем, то будет нормально. Вот расплод пошел. Хорошо в этом году. Неплохо как-то. Вот ежевика. Вот видите. Вот ежевика. Это староверы садят ежевику. Так вот она. Сейчас посмотрим, через сколько она будет цвести. Так. Вот они бутончики. Вот они бутончики. То где-то примерно недельки, наверное, 3. Ну, думаю, даже, наверное, к 1 мая она уже зацветет. То здесь вот 20 акров у него земли. Здесь вот отсюда, пока своей земли не было, то отсюда грузил все траки, короче. То, ну, здесь тоже оставляю. Здесь рядом, может, 500 метров. Блубери, там, не знаю, может быть, акров 200, может быть, блубери. То вот пакеты уже готовые, пакеты сейчас сделает, отвезет эту неделю. Уже вот 400 пакетов отдали, эту неделю еще до пятницы надо 220 пакетов сделать, и потом уже эту неделю сделаем, и останется еще 400 пакетов. И с одним клиентом уже мы рассчитались. Получится, будем рассчитаемся уже. То следующий год может уже больше будет брать. В том году он 650 пакетов брал, в этом году он перепродает пакеты. Я вот по 100 долларов ему даю, а он по 150, по 160 долларов продает. Вот с этих уже мы полностью сделали все пакеты, остались там. И с той стороны 13 палетов еще вот с той стороны вот стоят за домиком, то там 13 палетов осталось. А и там на дороге у нас где-то семей 150 еще есть. Ну вот это вот часть сегодня заберем. Сегодня 37 палетов, 148 штук повезем на рапс, то будет нормально. Так, вот с этой семьи мы сделали отводочек там в Калифорнии, потому что вот две рамочки стоят новые, а здесь и не делали. Вот с этих трех сделали, а с этой не сделали. То вот они уже он и последнюю вощинку оттянули. Так, сейчас попробую вытащить, показать вам. Так, а сейчас я стамесочку принесу. Так, ну вот смотрите, на кормушке пчела, короче, полный вот улик. Вот они уже оттянули рамку. Вот она. Так, а ну-ка сейчас. Так, эту сторону, видите, подзаливают медом. Так, а ну-ка, что там дальше? Надо... Почему он не сделал, я не знаю, отводочек. Надо сейчас сказать ему, чтобы сделал отсюда пакет. Так. Ну,
Да, меду они поднесли. Неплохо, вот пошла побелка. Так, сейчас я маску, что-то они такие злые. Маску застегну. Так. Вот она. Ващинка, это мы в Калифорнии делали с их отводки. И медом вот заливают. Вот эту сторону они засеяли. Вот эту сторону, видите, вот маточка засеяла. То там вот печатка. Надо, чтобы сделать отводок. Пакет высадить, иначе он улетит у нас. Так, сейчас. Так что в этом году у нас как бы неплохо. Даже очень хорошо. И медок есть. И пчелка есть. Неплохая пчелка. Ну, она как-то в основном как-то неплохо. Каждый год неплохая пчелка. Вот за все время один год у меня только пропала. Вон, видите, даже с задней стороны кормушки пчела. Вот сделали отводочек. Она уже, вон, смотрите, побелила уже побелочка. Вот а маточник. То вот три рамки ващины. То неплохие получаются. Остаются еще очень хорошие. Как раз от противроения. Так. Ну, закончили мы завязывать ремнями. Сюда вот по одному поставим. Вот здесь и там как раз два пустых есть. И как раз будет. Вот закончил я завязывать ремнями на вечер. 37 палетов. Здесь получается вот эта дорога. Немножко объясню. Вот эта дорога с той стороны уже городская черта. С этой стороны фермерская зона еще. И вот она дорога и пошла туда вот, короче. Та дорога, это уже как главная между хайвей, между поселками, городами идет такая нормальная дорога. То здесь насчет этого хорошо, никто никаких претензий не предъявляет, что там пчел много стоит или еще что-то. Я бывал здесь на зиму, до 1000 семей выставлял, когда у меня еще своей земли не было. То сейчас нормально, все хорошо. Так что вот это все выставляли